Мы хотим вам представить директора Славянской миссионерской библейской школы Богдана Бондаренко. Богдан, вопрос к вам. Уже прошло половина бас-трип, а позади 10 разных служений в разных штатах Америки. Скажите, какие ваши впечатления от данной поездки? Я очень могу твердо сказать, что я очень доволен этой поездкой. Доволен по нескольким причинам. Во-первых, что как люди расположены к нам в разных церквях и в разных штатах. Как они нас принимают, как они нас благословляют. Это первое. Второе, что я очень удивлен тем, что у нас служения были и в понедельник, и во вторник. Это все рабочие дни. И в такие рабочие дни зал был полный, иногда даже переполнен. Это то, что меня тоже удивляет. И третье, я, наверное, не могу не сказать о том, что когда мы приезжаем в города, где есть несколько церквей, то эти церкви сходятся все вместе. Иногда по 3-4 церкви приходили вместе на наши мероприятия, на наши служения. И главное то, что они свидетельствовали о том, что это было впервые в их истории, что они приходили, и все церкви сходились вместе. Поэтому я очень доволен. Слава Богу!